Ход социальной газификации региона обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области с членами правительства и главами муниципалитетов. До конца 2021 года в Подмосковье догазифицируют 1113 населенных пунктов. Возможность подключения к магистральному газу дополнительно получат около 76 тысяч жителей. В Одинцовском округе на сегодняшний день заключено более 840 комплексных договоров соцгазификации. Всего в 2021 году газ в рамках исполнения президентской программы будет подведен к 2000 домовладений.